аэростата, два пилота, Руслан и Радмиль Кильмаматовы, и наша творческая команда к этому полету готовились в течение года. Вот этот день наступил. Старт будет дан буквально через несколько минут. Это культурный сезон путешествия по Башкирии. Спасибо, что вы с нами. Подготовка к воздушной экспедиции длилась более года. Пройти сложный маршрут над Уральскими горами на экстремально низкой высоте при сложных метеоусловиях до сих пор не удавалось никому. Из-за своих огромных размеров воздушный шар обладает значительной парусностью, а это значит, что необходима правильная скорость ветра. При этом надежный прогноз по ветру, как правило, метеорологи дают не ранее, чем за сутки до предполагаемой даты вылета. Стартовали мы с территории заповедника, что, наверное, вполне символично. В этом году исполняется 60 лет. Преодолеть хотим расстояние порядка 50 километров на высоте до 1000 метров. Сколько это займет времени и где мы приземлимся, предварительно пока известно, что это будет поселение Гавриловка, чуть южнее Юмагузина. Ну вот так и летаем. Давай пока два баллончика сожгем, если посмотрим, куда мы проверим, пробуем вообще. Ну все, давайте теперь наслаждаться. Полянка красивая, Гуль, видишь, да? Преодолеть эту дистанцию на высоте более 1000 метров и на большой скорости гораздо проще. Но вся красота и прелесть этого полета заключалась именно в том, чтобы пройти на двух аэростатах между горными хребтами и на расстоянии не более 500 метров от земли. Подобные длительные перелеты практически полный световой день можно совершать только зимой. А в теплое время года лишь на рассвете и за 2 часа до заката солнца. Это связано с физикой полета теплового аэростата. Воздушный шар поднимается в небо за счет разницы температур окружающей среды и горячего воздуха внутри оболочки. Летним днем поверхность Земли прогревается неравномерно, а зимние путешествия идеальны при температуре ниже минус 3 градусов. При этом в небе воздухоплавателям ничуть не холоднее, чем на Земле, а иногда даже теплее. Ну и, конечно, в команде с профессионалами Русланом и Радмиром Кильмаматовыми, с которыми наша съемочная группа работает уже не первый полет. А ведь в самом начале были наверняка опасения по поводу женщины на корабле. Но сейчас об этом деликатно умалчивается. Прямо по курсу – Национальный парк Башкирия, на территории которого находится подводная пещера Сакаска, претендующая на статус самой протяженной в России. Сотрудники МЧС, увидев в небе летающий круглый объект, отправили спецтехнику нам навстречу. Самое приятное, наверное, в полете – это неожиданные посадки. Курс ветра вынес нас прямо на Сакаску, и мы решили здесь приземлиться. И сделали это, по всей видимости, не случайно. Сегодня здесь работает дайверы из Екатеринбурга. Они хотят проложить маршрут, который был выстроен у них осенью прошлого года. 450 метров хотят его продлить. Надеюсь, это и произойдет. У нас достаточно скромный план, конкретно у меня, у напарника. У нас идет подсъемка уже по положенному ходовику. Мы далеко не ходим, мы где-то в начале пещеры. Сейчас когда упало, наверное, это будет метров 40. А вот там будет подсъемка уже второй части. Сейчас первая часть подсъемки была выполнена осенью. Сейчас будет продолжение. А ребята, да, ребята пойдут далеко, то есть есть какие-то ожидания, но это лучше поговорить с Женей, он, который начальник экспедиции, он поинтереснее и побольше расскажет. Удивительные люди, уникальной профессии. Но пришло время расставаться, и мы отправились дальше. А в небе нас тоже встречали. Сверхлегкий самолет «Птенец», вес конструкции которого 270 килограммов. В сравнении с аэростатом весовой категории в полтонны выглядит очень трогательно. Ради такой встречи нашему пилоту вновь пришлось организовать посадку. Но на этом наши приключения не заканчивались. После пятичасового перелета на аэростате мы продолжаем наше путешествие уже на другой спецтехнике, аэроглиссере, и направляемся мы в Кошелюм.
Удивительно красивая, непокорная горная река Нугуш, разрезающая древние уральские хребты, скована льдами. Каньон «Пятилистник», входя в который, реки огибают скалы почти под 360 градусов 5 раз и выходят примерно там, где вошла. Чтобы пройти его на аэроглиссере и добраться до хутора Кошеля, нам понадобилось более 3 часов. Вновь добраться до Кошели, где тебя так радостно встречают, и общение с лошадьми – это, конечно, особое удовольствие. В одном из наших выпусков мы уже рассказывали об этом населенном пункте. Некогда полноценная деревня, сейчас это хутор, который восстановлен благодаря усилиям Национального парка Башкирии и заповедника Шульганташ. Сюда стоит возвращаться.